Всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем играть, это Алекс и Брейн, наше похождение, второй сезон War Z. Чем примечательна эта серия? Тем, что мы наконец-то встретились, я играю за Микки Рурка, по-моему, опять же, да? Да-да-да, и у тебя в руках нож! Тактически, мать его, нож я нашел в одном тут месте, в одном трейлере. Он реально хорошо рубит, во-первых, тихо, во-вторых, очень быстро. Мне нравится холодное оружие, это большой плюс. Мы бежим, опять же, вот в этот поселочек, будем его разведывать. Алексу надо бы найти там оружие, я думаю, будет очень хорошо. Было бы неплохо, да. Давай, веди меня, Микки. Хотел сказать Микки Маус. Веди меня, Микки. А что тебе дать-то у меня? Я не знаю, у меня вообще, я гол как сокол, у меня вообще ничего нет. Так, ты мне что-то скинул, да? Water, bandage, water. Это ты мне скинул, да, сейчас? Да, все забирай. Я забрал. Мне бы хотя бы найти фонарик. Я все понимаю, конечно, с фонарем тут ходить очень палево. Тебе не кажется, что тут очень светло? Что-то очень прям светло. Ну, что-то от воды. Может, луна светит? Голубая луна. Ой, нет. Вспомнил, блин. Такая луна, я не хочу, чтобы нам светила, ну ее нахуй. Так, машине я не помню. Так, ну что, если даже на нас кто-нибудь тут и нападет, я понимаю, что нам страшно. Фонарик, блядь! Беру. Да, дети мои, круто. Заебись, нахуй, так. Да, Алекс очень позитивно отреагировал на то, что... Тихо. Я не палю, это я просто проверил, извините. Музыка сразу такая беспалевная вообще. Да-да-да. Она так глупо появляется и глупо... А тебе не кажется, что очень светло, как для ночи? Очень, по-моему, да? Отсвечивает тот озеро, наверное, и получает такой... Так, ну что, вон ресторан, мы в ресторан целенаправленно идем. Так, пошли, только давай поаккуратней. Может, там еще что найдем, потому что фонарем мне ходить тут, конечно, ну это просто палево, нет? Да, только в экстренных случаях. Да-да-да-да-да. Так, я не понял, ты здесь не был, вот тут? Подожди, нет, ну? Я не шмонал, пока я тебя ждал, я был наверху только самым. Ну да, ты там зашкирился, короче, и там меня ждал, да? Да, поэтому вот там ресторанчик, мы в поисках еды и каких-то припасов будем смотреть. Смотри, как красиво тут. Темная ночь. Только... Ветер. Там что-то в глаза. Я не помню, блин, так стыдно, такая красивая песня. Да-да-да. Так не стыдно, я не... Смотри, а прикольно, да? Сели, давай сядем. Садись. Ну чё, разжигай! Закури, блядь! Да, так, ресторан, идём в ресторан. Так, ресторан, ну что, давай сходим в ресторан. В прошлый раз, насколько я могу понять, в ресторане что-то было. Но чем примечательно то, что тут более-менее играет не очень много людей. Это 14, да, пока что. Да, пока что тут только 14 человек, и, наверное, мы тут можем более-менее спокойно походить. И что это? Антибиотики. Вы нахуй? Это хуйня. О, что это был, молоток? Не пугай меня, я уже... Так, машины надо посмотреть. Где-то вот тут валялся в тот раз, но уже взяли. Будем. Молоточек так. Посмотри, тут где-то... Не молоточек, а машинки, ничего нет. В машине обычно молотки могут быть, да, я согласен. Могут быть, да. Также они могут быть и в помещениях, валяться в ресторанах и во всем остальном. Но пока что-то я тут не вижу. Пока... Как это... А, нет, только я хотел сказать, что пока я и зомбарей особо не вижу. Но зомбарей-то я вижу уже. Это плохо. Идем, глянем, что тут. Обойдем как-нибудь. Да не страшно, он бесшумно их так убивает быренько, и все, никаких проблем нет. Ну вот тогда фонарь я вытаскивать пока не буду. Кто? Ты кто такой? Иди сюда. Иди, давай, бери его. Я в тот раз здесь ходил с молотком. Я помню, к тебе еще один идет слева. Ну-ка, сколько ударов ты наносишь? Раз, два, три, четыре. Три, как зависимость, как по... Ну, тихо. Еще один. Да, ну-ка, ну-ка. Там кого-то он убил или это? Нет, это зомби. Ножом раз, можно четко, смотри, тупо три удара. Три, супер. Охуенно, я же говорю, тема вообще. И главное, как тихо он это делает. Тихо, вообще не слышно. Фонариком... Смотри, у него что на голове? Или мне кажется? А, нет, у него такая голова сразу. Смотри, как она рот раскрыла, блядь. Я говорю, какая-то странная башка, блядь. Пиздец, как будто пластилиновый рот. Так, сейчас глянем, тут ничего нет. За домом. Давай посмотрим. Что? Где? Не, все нормально, что? Какой-то звук вот такой. Не пугайся, у нас тихое оружие. Я понял. Так, ладно. У нас такая хладнокровная серия, как можете видеть, да? Да. Так, давай ускоримся, наверное, тут. Давай, да. Ну, с ножом мы тут, честно говоря, впервые бегаем. Да, это первая серия во втором сезоне, где мы с ножом, потому что за первой мы не находили. Ни разу. Его можно купить в маркетплейсе, по-моему, 6500. Можно купить за денежки, которые выпадают из зомби, да. Что-что? Да. Тихо.
Дороговато. Дороговато. Так, вот, так, ну что, у меня есть еще бинокль, между прочим. Чувака, поэтому... А его потом съели. Угу, да, да, и нас было. Потом убили у полицейской тачки. Я вот родился, и так, меня тут... Так, вон большой-большой магазин, там могут быть много... Тихо, где она... А, вижу, вот, сейчас. Вот, бежим. Раз, два, три. Круто, да? Я говорю, жирнота. Тут, вон, бежит, подожди, сейчас, пусть бегут, неуклюже пешеходы. Они бегут, потому что они, блядь. Да нормально. Такой звук, как будто тут стреляют. Я же говорю, быстро, да? Сколько я бы с фонариком удохался тут. Эх, жалко, что с них ничего не вываливается. Типа денег. Так, там... к машине. Тихо. Подожди. Кто-то реагирует на нас? Я, нахуя. Да все нормально, сейчас. Я уже понял все. Ты как бы уже смекнул. Это тема. К тебе что, не бежит еще сзади? Алекс, убегай отсюда. Я вообще стою вдалеке. От тебя я и на все это смотрю. Ты, если что, у тебя там антибиотик-то есть? Да. Ну, мне не надо, я сейчас быстро. Смотри. Блять, о, немножко ранил, но не страшно. Вот что тебе говорю. Видишь, какую кучу, смотри. Так, что это, подбирай, бандажики давай. Бандажики, полицейские. А у тебя есть, да? У тебя бандажики есть? Тихо, да, у меня есть. Сейчас, подожди, мы тут, конечно, зомбари помочим капитально, блядь. Блять. Да нормально, все хорошо. Так, идем направо, Алекс. Я просто почему-то так говорю, потому что нас тут в тот раз убили. Направо, давай. А, да, убили? Я вот что-то как-то у меня медленно начинает собрать. Рядом с тачкой. Так, вот. Именно рядом вот с этой полицейской тачкой, кстати говоря, нас тогда в тот раз убили. Хорошо. Сзади! Блять, фух, ты вовремя сказал, я спел. Так, подожди. Парахуячек. Еще где? Где, что? Вот, идет, смотри, слева. Вот такие, а. Так, нет никого, я хочу подлечиться просто. Я палю, давай. Все, хорошо. Так, идем в это здание. Как ты видишь, туда можно попасть. Может, блин, да. Ты видишь ножик, какая тема, да? Все охуенная тема. Охуенная тихая тема. Какая тема-то, ёпта. Да. Так. На, магазин. О, вот, парень, я же говорю, ну, магазин. Ну, хуя с него, пейнкиллер берем. Пейнкиллер берем. Бинокль забирай, бинокль пусть будет. Только молоток хоть дали бы. Это что, молоток? 9-миллиметровый. Флешлайт у меня есть, спасибо. Флешлайт, бинокли. Что это, тоже ватер. Берем литр воды. Флешлайт мне не нужен, бинокль не нужен. Что это? Господи, это ты с ножом стоит, Микки Рурк, я шаб... А я не только с ножом, ты можешь посмотреть сейчас на меня. Ну-ка, держи. Красавец просто, Микки Рурк одел маску. Так, все, мы здесь посмотрели, да, идем дальше тогда. Здесь нету, короче. Флешлайт есть, но мне как бы зачем? Не нужен, да, уже? Нужен, да. Где? А, вот. Заходим в пожарную часть, или... А, почта! Что? А, ты там уже мочку, блять, я его и не убил сразу даже. Потерял бы. Да, сюда можно зайти, да, что у нас тут? Во. Что, есть оружие? Шлем? Я беру бинокль опять. И тут пусто, да? Бинокль. Хули вы бинокли одних, блять, понаставляли, лучше там... Оружец какого-то, да? Добротного. Так, сейчас я поем, подлечусь немножко, подлечусь. У меня есть патроны для пистолета, но самого пистолета нет. А что такое? А, ну вот это записка. Ну понял. Да. Так, окей. Ой, там что-то есть, хорошо. Заваль бежит. Вижу. Так, блядь, это ты оранжевую, да, шлемчик одел? Да, ты имей в виду, я хожу в оранжевой шапке. Чё? Вуд Шилд баррикада? Что это такое? Где там что-то... Чё это такое взял? Чё это, вода. Ты вот берёшь, да? Please barricade into quick slot and use it from here. Ага. Так, бенкиллер. Смотри, что у меня есть. Чё-то? Воу. Дрова ёбаные. Это... Баррикаду поставил. Оградимся, бля. Я понял. Смотри, ты её можешь взять, по-моему, да? Её можно взять? Нет уже? А её можно было, например, в дом зашёл и забаррикадировал, получается. А у тебя ещё есть такая? Нет. А, всё, да, ты потратил? Блять, Черт, а я не знал, теперь буду знать, конечно. Сука, что за хуйня? Тихо, там что-то лежит, можешь пойти забрать. Слушай, а мы-то все думали, что же у него было в руках-то? А вот у него какая-то хуйня как раз и была в руках-то. Это он с баррикадой ходил, ебаный. Да. Ну да, логично, что ты можешь забаррикадироваться, и, например, те же выжившие до тебя не доберутся, наверное. Да. Это я подобрал уже. Так, тут тоже чисто, да? Да. Так, где мы еще не были?
Ну, идем в эту сторону, посмотрим, что. Офигеть. В натуре, да, вот так зашел куда-нибудь, да, блядь, в помещение, сука. Вот эту хуйню поставил, вот эту, блядь. А ее нельзя. Я могу, кстати, к тебе сзади подойти, выбрать бандажики и использовать их. Я могу к тебе, кто же ее? А, вот, я их тебе дал. Они у тебя, да, они у тебя теперь в инвентаре будут. Наводится, да. Так, в этих машинах есть что-то? Ты смотрел? Не, я смотрел, там ничего нет. Хорошо, вот смотри, коттеджики стоят. Коттеджики, сейчас. В них можно? А, ой, можно? Можно войти? Да, 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 давай, давай, давай. Где эта тема? Да. Ну-ка, да я зайду. Бля, ничего нет, сука. Ну-ка, я тут. Хули тут так мало? Как бы сказал опасный поцик. Да, хули тут так мало. Вообще ничего нет. Ну, давай еще глянем, тут же их не один, много. И в церквушку можно зайти, давай, иди осматривай их. Или не надо, если там зомбарей вроде бы нет. Не-не, давай, давай, ты сейчас куда пошел? Я на выходе стою. Ладно, давай зайдем. Тут можно выйти, кстати, тут есть выход, я видел. Угу. Пусто, да? Да. Блин, ну обидно. Давай еще в третий зайдем. Ну, так давай, уж для успокоения, как говорится. Чтобы... А вот то просто мало... в эту церквушечку хочется зайти. Мы сейчас бегаем туда, естественно. Самое главное, чтобы нам тут только никто на дороге не попался, блядь, по пути, ёпта. Какой-нибудь неадекватный агрессивный школьник, понимаешь? Так, Water мы взяли. Угу, я взял. Water. Хорошо, так. Ты выходишь? Я забежал в самый последний. А, ты уже в самый последний. Ну все, я тебя жду тут на выходе, давай, тут я вот рядом. Ничего, заходим в циркушечку. Блядь, тут рычит! Все, прячься. Да-да-да. Сейчас мне фонарь вынимать. Ай, блядь, сзади, сука, меня чуть не грохнули. Вот это круто. Вот это круто, блядь, это я, хорошо, что я вовремя увидел его, блядь. Тебе надо что-то полечиться дать? Нет, у меня полно пейнкиллеров, давай-ка я хлебану. Давай. Я захожу внутрь, сейчас глянем, что у нас тут. Нет, я хлебну. Оу, молоток, блядь, давай, детка, давай, блядь. Хлебаный свет, хаммер, блядь. Подожди, что у нас тут? Ага, медиум. Что, тебя убили? Блядь, нет, я живой. А что, нет, нормально. Все, живи. Все, давай. Принимай. Так, все, окей. Смотри, тут кто-то жил. Бендэдж. Телек есть, пенкиллер берем. Весь. У тебя нож, бля. Да, ты вот этот смол выкинул, да? Да, 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 да. Взял хаммер, да? Охуенно. Отлично. Да вот, смотри, у меня в руках. А теперь ты молодец. Отлично. Ты напомнил мне Survivor, помнишь? Там такие же были. Хорошо, значит, смотри, здесь чисто. То здание тоже зачистили. Идем тогда вглубь туда, вот в сторону, противоположную сторону. Да, можно по пути даже зомбарей. А здесь мы были, да. Так, я это аккуратно. У тебя с ножом легче, да, получается? Очень, да, он четко, потому что бьет именно в голову. Три удара и все. Так, а помнишь, где-то здесь они были, по-моему, и тут свет какой-то был яркий, нет? Да, только я тебя потерял, ты где? Возле полицейской тачки, да. Или это зомби бегает? Это зомби бегает, да? А, вижу тебя, да. Фух, хорошо. Так. Ладно, блядь. Идите, паренька. Так, а ты тут вот на стоянке все обшмонал тачки вообще? Тут их дохуя. Или ты сейчас этим занимаешься? А, нет, тут нихуя не дохуя, тут так вообще практически. Ой, бля, тихо. Тихо, манда, тихо. Так, ты там пока разбираешься тоже, да? Тебе помочь-то, скажи? Ну, вообще-то да, не помешало бы, бля. Давай, это сейчас. Тихо. Так, ты помнишь, что тут очень стрёмная эта система? Да, тема это такая, всё, убил, да. Подожди, прикрой меня, я подлечу сейчас. Прикрываю. Давай, если что вдруг, я тут рядышком. Отлично. Ничего страшного. Что-то у нас по еде вообще беда, у меня еды нет вообще. У тебя есть еда? Дай мне что-то. Дай гляну, погоди. У меня есть сок. Давай. А, у меня есть хам. Can of ham. Давай, гамчик. Держи. Гам стайл, блядь. Что, мне еда просто скоро закончится тоже, как бы. Сейчас найдем, мы же в городе. Блять, что, где? Тихо, все нормально, все хорошо. Так в темноте-то хуй увидишь, что, блядь? Где-то что-то рычит, понимаешь? Так, хорошо, идем, давай. Так, тачки тебе обшманывать не будем, там какой-то зомбарь рядом с тачкой стоит, с точилой. Да, пофиг, идем вот целенаправленно, пойдем тебе дома осмотрим. Я, по-моему, тебе дома не сматривал, да? Мы не смотрели. Пришли. Или вернулись оттуда? Не оттуда пришли. А вроде бы, я уже, честно говоря, запутался, где мы тут были. Да, что мы делали? Слушай, там сзади меня никого нет? Mm-mm, чисто. Нормально. Так. Ну что, здесь все, считай, да? Так, ну что, неужели мы обшмонали весь этот городок маленький? Вообще-то да.
Нашли полезные вещи. Молоток. Это, блядь, этот поселок, да? Хорошо, если мы будем идти... А, да, идем, идем. Мы придем как раз в нужное русло, я бы сказал. Хорошо, отлично. Я бы, конечно, честно говоря, серию где-то тут закончил, чтобы растянуть полезненькое. Уже прилично, да, снимаем? Ну, вообще-то, да, у нас цель выполнена, мы смотрели. Наверное, многие удивляются, как нас раньше не убили. Да, вообще-то удивительно. Тихо, ты не говори про смерть, давай тут закончим, и пойдем дальше, будем вдоль озера идти, смотреть уже новую серию. Мы выходить из игры не будем, но тут, на этом серию мы эту заканчиваем. Все, ребята, пока. Пока-пока.